Так, нам нужна сильная атака и с бомбой. Хорошо. И подлетела еще бомба. Еще одна бомба. Хорошо. Еще нужно тащить. Эх, даже что-то заболтался и не запомнил. О, вот это был удар, ребята. Мощно просто. Шаршок. Если бы еще бомба к этому. Да, если бы еще бомба добавилась. Это просто был шок. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Дитол, и это Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! И как вы помните, в предыдущем видео мы сделали зачарование у наших... серпов и молотов, ребята! И кто угадал? Кто угадал? Давай быстрее посмотрим, что же, подожди, что же случилось! Кто... А, уже не успел. Я думал, сейчас напишет последний момент, но ладно... Часовая бомба, ребята, это неплохо, неплохо. Вообще неплохо, это достаточно серьезное зачарование. И надеюсь, оно нам поможет в наших боях. Да, ребята, будем надеяться, что поможет, будем надеяться. Кстати говоря, я знаешь, какую интересную вещь придумал? Но? Пока у нас есть вот эта вот скидка на оружие. Да. Я думаю, можешь подзаработать денег, да и накупить все то, что у нас, того, чего у нас не было. А ты думаешь, потом ее не будет, эта скидка? Да, скидка потом не будет. Потом все выровняется. Мы сейчас потратили там 1.5 миллиона на проапгрейд, даже 1.9 миллиона на серпы. Ребят, ага. Пишите в комментариях, сработает такая вещь или нет. Да, сейчас у нас... сработает ли наш лайфхак, и сможем ли мы закупить какое-нибудь крутое оружие, которое до этого у нас не было еще. Да, потому что смотри, у нас молот 400 тысяч стоит. Ну это ж круто. Согласен. Потом, смотри, не, вот это вот, вот это что-то дорого стоит, да? Не знаю почему. 2700, почему? Кусаригам почему 1.9 миллиона? 1.9 миллиона. Да, вот это вот, вот это вообще миллион стоит. Почему? Потому что меньше уровень, наверное, да? Не знаю, а вот здесь 352 лунные сабли. 352 лунные сабли сейчас бы купили. Потом, я не знаю, апгрейдить их надо. Мы 26-го, кажется, их купим. А апгрейдить на 31-й... Подожди, мы раз 26-го, мне кажется, мы сразу их купим 31-й. Не-не-не, 26-го купим. А, ну тогда апгрейд просто на 31 будет стоить тебе лям с чем-то. Ну апгрейд, да, будет стоить вот как апгрейд стоил нам серпов. Да, где-то так. И как у Саригамы, да, стоит апгрейд. Ну примерно так. Да, ребята, ну пишите в комментариях, правильно ли мы думаем, и правильно ли у нас мысль, кто более опытный в игре. А мы, кстати говоря, не использовали наше умение. Умение, яростные, ребята, я думаю, что... Так, подожди, или пробивание блока. Конечно, пробивание блока, это очень важная штука. Имба, ребята, пробивание. 17,5 уже шанс будет. Да. Посмотри, класс. Сколько здесь наград у нас. И такие награды, и такие награды, и такие, сколько мы получили. И самое главное, что у нас, смотри, сколько печатей. Что они дают-то эти мне печати? Мне кажется, что эти печати будут открывать врата тьмы. А? Как я угадал? Может быть, ребята, пишите в комментариях, пишите в комментариях. Ребятки, не хватает нам очень денег, поэтому идем сейчас в выживание. Посмотрим идем. Часовую бомбу, как она будет работать и насколько хорошее у нее свойство. А потом задамажим в турнире, в затмении, на безумно. Вот поехали! Вот. Поехали в бой, ребята! Команда Дитол, поддержите нас лайком, а мы будем драться против наших нескончаемых врагов. Их 10, хотя я не знаю, до 10-то мы вообще дойдем кидаться или нет. Будет? Так, раз, нет, 10, ты что, сейчас до 10, до 5-го бы дойти. Согласен, это было бы круто. А уже... где бомба, бомба, где ты? Что-то бомбочки как-то оп, не срабатывают. Вот она, сработала, но в последний поздновато. Да. Не, бомба классная тема, потому что она срабатывает, отнимает дамаг и обезоруживает противника на какое-то время. Ну как. И вы... есть возможность. Ой, вот смотри, вот, смотри. Сейчас бабах подлетит. Подлетел, а мы ему такие подходим, но это надо опять надо же. Надо подловчиться, да. Когти рыси у нас были с бомбой единственные. И там мы с ней, конечно, неплохо так тащили. Использовали всю эту штуку. Правда, апгрейд стоит за монетки. Опа! За золотые. И поэтому бам-бам! Бам-бам! Бомба, бомба, где бомба? Пробивание блок, кстати говоря, да, сработало. У нас есть 20% шанса. 17,5. Ну, нет? Практически 20. Ну, как бы... А это значит, что каждый пятый удар у нас может быть с пробиванием... Ой, кидается, ты смотри. Да нет, это не каждый пятый удар. Это на каждый удар у нас 17,5. Ну, получается, что один из пяти, возможно, у нас и будет пробивающим. 20% шанс. 20% шанс. Так, какой это у нас уже? Я вот даже что-то заболтался и не запомнил. О, вот это был удар, ребята. Мощно просто. Шаршок. Если бы еще бомба к этому. Да, если бы еще бомба добавилась, это просто был шок. Опа, красиво, просто проскользили. Смотри, пробивание блока у нас есть.
и вообще ничего не может сделать противник. Мне кажется, он в шоке. Конечно, до сих пор приходится. Если бы сейчас попали, вообще наперфект было все. Бомбочки не хватало ему подзарядить. Бросочек, до них мы его не делали. И но... ногой добиваем. Да. Перфект, ребята, вот это да. Пятый раунд. Ой, здоровяк. Ну подожди, сейчас мы тебе знаешь, что делаем. Молнии. Новая магия. Ой, пролетела. А как она пролетела? А что, что произошло вообще? Как такое случиться могло? Ух, неужели, 600, неужели он под весом вот этой штуки прогнулся? Я даже не понял, а как у нас новая магия шикарная просто? Вот, кстати говоря, улучшить боевые навыки можешь в рейдах. Так что, ребята... Мы обязательно пойдем, потому что у нас есть... Мы в затмении ходили выживание. А, да ладно. Да. А какая разница, есть ли разница? А, поэтому нам зеленые штучки эти давали. Во-первых, да? Зеленых штучек больше дали. Во-вторых, сложнее. Враги сложнее, да. Понятно. Но неудивительно, неудивительно. А мы всегда так делаем, ребят, забываем. И все. Так, так, что мы можем проапгрейдить? У нас 800 тысяч есть, надо броню, наверное, да? Нет, нам надо все-таки, я думаю, что улучшить вот эти наши штуки за 200 Зачем? Тысяч. Ну, потому что у нас 31 левела должны быть, должно быть снаряжение. Это 30-го? Ну... Да, 30-го, но на 31-й улучшить. А, ну... Или мы не будем их улучшать? Я думаю, пока что тормознем, давай лучше броню пока. Пока вот нам в испытании не попросят их. Да, давай, может, серпы еще проапгрейдим. Серпы 300 2-го, это 2-го, все 2-го, да, начнем. Тогда с серпов начинаем. Да, серпы на апгрейд и броню на апгрейд. Вот как хорошо, ребята, это же круто, команда Дитол будет сражаться сейчас... В турнирчике. В затмении, как и обещали. В затмении, как и обещали, нам безумно, ребята. За дамажем у нас теперь есть бомба. Погнали, ребятушки. И против нас тесак будет. Здоровый тесак, который не может замахнуться нормально. Ты локация, смотри. Конечно, это ой, просто какая красота. Красота. Просто глаз радуется. Ой, подожди, замахивается. Ой, но мы ему забомбим. Бомбочка, смотри. Смотри, вот, подлетает смотри. И на ему. В воздухе прям, крит. Четко, четко. Кстати, крит, можно попробовать с разворота бить. Да, можно попробовать. Можно когда его подбрасывает. А можно его так сильно задамажить. Смотри, ой, как он не быстро пробили. Отошел. Не пробили. Слушай, магию, может, попробуем? Ох ты ж, бомбочка все сделает за нас. Хорошо, ребята. Ну, слушай, бомба помогает. Согласен, несмотря на то, что мы очень мало урона наносим. Так, давай пробуем магию. Давай. О, давай, прям сразу же, да? Ай, пролетело. Слушай, а у нас в прошлый раз, кажется, фунгус с ней был или кто-то еще? Он прям попал, когда мы летели внизу, и мне кажется, она... Ой, слушай, что-то он мощный. Что, подожди, что ты заговорился, и вот сейчас вот нужно ответный удар срочный. Ох! С разворота поймали, попробуй. Поймали. Попробуй с разворота. С разворота, видишь, нога получилась. И... Оу! Оу, хорошо. Смотри, у нас заветление. Магия опять появилась. На урон, нет. Но пробуй магия. И раз! Не так. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не думал, я думал, что она сильная я будет. Я тоже думал, что она будет гораздо сильнее. Слушай, у нас здесь безумно, и мы в затмении, поэтому надо быть готовым ко всему. Да, но у нас, можно сказать, тестовые сейчас такие пробы. Знаешь, да, пробы супер наших... Репетиции. Пока что я доволен серпами, но... Да, серпы хороши, хороши, ребята, серпы. Но все надо, равно опять нужно же, апгрейдить. Да, апгрейдить их. Ну, у нас сейчас апгрейд как раз подойдет. Слушай, что-то он не дает на спуску, да? И просто... с другой стороны, хоть у него огромное тесачило его. Да, но даже в ближнем бою он молодец, старается по полной. Ах, ты смотри, пригнулся, да? Давай, давай, нужно его добивать, серп и молоты наши. Сейчас будет... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, промахнулся. А, магия! Ай, да ой, ладно! Да, ну тебя да на. Что ж такое, как а? Же так? Проиграй тесаку, как обидно. Слушай, да. Ты матч-реванш возьмем? Все-таки безумно. Конечно, матч-реванш, ребята, мы не сдаемся. Надо все-таки магии в него попасть хоть раз. Не, мы попали один раз. Да, попали один раз, но слабенько. Так, все. Надо подходить к нему и быстренько его... Мы разозлились. Да, вот, ты смотри, подловил, а? Я уже за ним, а он сюда, а он тут... Ты смотри, как прыгает, как и сюда, юла. И туда, и... Как юла юлится. Ну-ка. И ушел вообще от нашей суператаки. И ну-ка успел еще даже вот эту штуку достать. Да ладно, успел достать, но мы хэдхитим его. Ну? И еще... Ой, хорошо. Хорошо, хорошая и бомба серия ему атак. Еще. Бомба. Слушай, очень мало отнимаем хелс у него. Ох, как... На ему, на ему. То есть смотри, подкатывает. Какой он ловкий, а? Да, ловкий. Но не ловчей команды Дитол. Я думаю, все это. Оу, магию. Магию в холостую просто опять. Просто в холостую. Я не увидел, что там бомба и рассчитывал на магию. Так.
Команда не то, ребятки. Вот, ты смотри, подлови. Они научились вот это... Три удара кисаком. Это было нереально круто. Мы разозлили его определенно. Мы выпустили демона, мне кажется. Так, сейчас будет магия шлепать. Хорошо, хорошо, ребята. И это... в блок, все в блок ушло. Так, нам нужна сильная атака и с бомбой. Хорошо. И подлетела еще бомба. Хорошо. Еще нужно тащить. Эх, подожди, ясачок, подожди, мы тебя чуть-чуть не добили. Чуть-чуть, ну, магия. На ему все. В угол загнали тесака, но победили, ребята, это же круто. Затмение. Даже еще и красные нам монетки попались. Вот как раз серпы у нас улучшились. Вовремя, спасибо, Кэп. И защита улучшилась, и мы можем шапку улучшить сейчас. Так, улучшим же, да? Да, конечно, шапку улучшаем. Так, улучшаем. Ну что ж, ребятки, на этом у нас сегодня все. С вами была команда Detol. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь, кто не подписан. И увидимся в следующих видео. Они будут очень интересными. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.